Ну вот, сделал предшейдинг, дал ему немножечко просохнуть. Как бы еще предшейдинг у меня как небольшая грунтовка модели. Так как не люблю я сильно резкие запахи, так как пахнут грунтовки, я делаю немножечко грунтовочку черной краской во время предшейдинга. Ну вот, чего я боялся, слава богу, это не повылазило. Заделанные швы, зашпаклеванные, сделал хорошо. То есть следов от швов вообще не осталось. Ну, продолжаем красить модель. Сейчас будем красить модель в цвет охра, так как камуфляж у меня будет, я говорил ранее, 4БО и охра. Сначала буду задувать цветом охра, так как будут маленькие полосы, мне будет его масками легче спрятать. Покрасил модель цветом охра. Охра мешалась вручную, при этом использовал краски Tamiya. Цвета использовал XF60 как базовую разбавочку. В нее добавил серый цвет и добавил цвет коричневый. Вот, получился такой приятный шоколадный оттенок. Для резины использовал краску XF69 NATA Black, потому что на как мне кажется, она больше всего имитирует как-то цвет резины. Вот. Ну, теперь даем краске просохнуть. И потом уже в следующем видео покажу, как накладывать из Spotifix маски на модель. И будем красить дальше в 4БО. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, будет скоро много интересного.